Всем привет, друзья! С вами Михакер и Антон Кратос Плей, пердящий в микрофон. Чё? Миш, в смысле? Я? Нет, вы чё? Ты пёрнул только что, я слышал, алё. Я не Кратос, ты вообще кто такой? Я Гоша. Тебя по голосу слышно. Ребятки, мы на сайте casesforreal.com, ещё раз повторюсь. У нас есть 25 тысяч рублей, знаете, как пополнить счёт? Угадайте, как пополнить счёт. Вот сюда нажимаем. Нажимайте на кнопку пополнить. Да. Там Михакер Рагнарёк. Тут будет кнопочка, активировать промокод, да, вы вбиваете вот эту надпись, она будет в описании под видео, и получаете 10% к балансу. По-царски чисто бонусы. Ну а сегодня мы посмотрим, что новенько появилось на этом сайте. И из первых, вот, например, новый Monster Kids. Рагнарёк, ребят, короче, Тор Рагнарёк-то выходит в октябре. Соответственно, да. Кейс надо было сделать. Поэтому Рагнарёк... Это самый дорогой Monster Kids. Из него выпадает аж 25 предметов. Смотрите, какой волк позорный, просто. Смотрите, что нам нужно отсюда выпасть. Вах, вой даже. Анальные затычки, керамбит. Там что еще есть? Много, короче, чего. Итак, 3000. Купится или нет? Давай. Посмотрим. Крути. Ну я тут открывал, мне окупалось, Миш. Тебе не знаю, ты невезучий. Да, с хрена ли я невезучий? Ну-ка. Смотри, пока что-то как-то так себе. Ну вот, пылающий. Ну-ка. Что-то ни одного сверкающего. Давай нормальные скины. Коварство Локи. Где нормальные скины? Алло. Я же тебе говорил, ты невезучий. Вот. Вот к концу только выпали, но кейс все равно не окупился. Половину не окупился, точнее, половину он окупился. Давай еще раз, Миш, клином вышибает, на 125 тысяч рублей, в принципе, нормально все. Ну, давай, откроем сразу следом, второй раз. Итак. Просто следом, Миш, давай. Раз, два, три, четыре, О, уже неплохое начало, нормально. Так, тут немножко похуже. Сияние Вальгаллы, ну-ка. Ну, такое. Вальгалла ждет меня. Вот, вот такие скины нам нужны. Давай Вальгана! Еще. Вальгана! Ну, в итоге примерно мы окупились. Плюс еще, видите, 10% бонус идет за этот кейс. Так что пока есть такая скидочка, ребята, точнее бонус, успевайте открывать. Так, еще раз давай. 3000 тратим на этот кейсик. И что нам выпадет сейчас? Нормально, два подряд по 400 рублей с лишним. И все, сейчас тебе ничего не выпадет. Давай там не каркай, ну-ка еще давайте скинчиков накидайте мне. Ну, где? Давай, крылья Валькирии, отсюда может. Ну нет. Ну, такое себе. Давай попробуем еще раз. Давай, почему нет, Миш? Ты твой этот деньги, ты хозяин-барин, как говорится. Конечно, сейчас мы нафигачим. Должен накупиться этот кейсик. Итак, туман и Хельхейма. Нет, не выпало. Хельхейм, что-то знакомое, да? По-моему, в недавней игре это было. Да, Хельхейм, что-то знакомое. Что-то, правда, я не помню, что, ну, короче, да. Так, короче, Миш, да, выпадает дерьмецо, я так понимаю, да? Ну да, этот тоже не окупился. Боже, что выглядит, а? Тебя грабят? На Антона напали в прямом эфире. О, нет! Не бейте меня! Короче, пофиг на Антона, давайте еще раз откроем. Мудрость Мимира? Что? Что, как называется этот кейс? А вот и Рагнарёк! Сука! На Антона опять нападают. Гребаное Запорожье. Да как это выключить, блядь? Украинский этот самый. Гетто, короче. И что-то да, нам... Не выключается! Опять всякая шняга выпадает. Да потому что на тебя напали, Антон. Как будто тачку остановил. Чё-то не особо кейс окупился, Антон. Давай-ка приступим к каким-нибудь нормальным кейсикам. Да это просто, ребят, я делаю вам туториал. Смотрите, когда кейс только выходит здесь, их надо сразу открывать. Потом уже, ну, такое, дропик оно подмешивает. Давай-ка бена за 14 тысяч. Вах, самый дорогой кейс. Самый дорогой, самый пиздатейший. Давай попробуем повыбивать ножей. Итак. Давай, значит, крутится у нас барабан, ребят. Давай, значит... супер кейс. Драгонлорчик. Градиент! А там вой дальше был! Да ладно! Ну неплохо, 19 тысяч. 20 тысяч, Миш, ты чё? Ну дальше был вой, представляешь, вой бы. А он 25 стоит, так что не сильно ты. Ну блин, бывает дороже.
Нормально, не, ребят, нормально, за это можно поставить дизлайк. Ты что продаешь? Да, дурак, не, что не, ли, не, 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 ты что, я не буду продавать такую пушку. Так, да, даже в мыслях не было. Остается, Миш, давай, значит, 6480 даже. Да. Надо что-нибудь открыть тоже круто. О, ну-ка, что тут? Нет, это дорогой кесик. Вот, 6000, смотри, случайный нож. Попробуй, старый добрый кисяка. Итак. Давай. Давай просто крутим барабан. Давай еще отсюда барабан, крутой нож, и я просто счастливый уйду. Нет. Или да. Серьезно, я смотрю, она так по-простому выглядит. Миша такой. Да, за 12 тысяч патина. Ну и все, типа. Какой там Рагнарёк, нам ничего больше не надо. Вот такие штуки, ребятки. 11 тысяч, 18 тысяч. В итоге мы в плюсе и всего за 2 кейса. Вай, просто вай, ребята. Просто персик. Ну что ж, спасибо, что посмотрели этот видос. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на наши каналы, а также заходите на сайт casesforreal.com. Не забудьте использовать мой промокод, и тогда вы получите 10% к сумме платежа. А с вами были Антон, Кратос Плей и Михакер. Всем пока. Всем здорово!